Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале You Can All. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Друзья, сегодня я хочу с вами поделиться информацией о том, как реально можно повысить свой тестостерон. Только проверенная и научно подтвержденная информация. Под этим видео, как всегда, будут ссылки, которые вы сможете сами проверить и убедиться, что информация, поданная мной здесь в этом видео, действительно имеет место быть. Так, друзья, существует 12 факторов, которые, на мой взгляд, реально работающие, которые можно начинать использовать уже сегодня. Эти 12 факторов вы сейчас видите на экране, но на них я хочу остановиться подробнее, да, на каждом из них. И понемногу дам объяснение, мое видение каждого из этих пунктов, чтобы более было понятно, да, как этим пользоваться, как это использовать. Итак, первый фактор – это много секса. В вашей жизни должно быть как можно больше секса. Все очень просто. И смотрите, очень интересная такая связанность с тестостероном, что ученые установили лабораторным путем и подтвердили. Если вы занимаетесь много сексом, то у вас будет повышенный уровень тестостерона. Не у тех людей, у кого много тестостерона, те занимаются часто сексом, а наоборот. То есть это нужно понять и задуматься, если надо, еще раз посмотрите эту фразу. Вы занимаетесь сексом, у вас повышается уровень тестостерона. Чем чаще, тем лучше, ну, конечно, не имеется в виду там 5-10 раз в день, да, просто там стандартные, там 2-3 раза в неделю должно быть достаточно. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Смотрите, друзья, одно только наблюдение даже за, допустим, какие-то, если вы смотрите какие-то эротические картинки, да, или просто на обнаженную женщину, на свою жену, там, не знаю, девушку, то само это уже может повышать уровень гормона в вашей крови. И было проведено исследование в одном из американских клубов, там, где занимались, в общем-то, сексом, и там, где можно было на это смотреть. Да, в Америке есть такие клубы, я не оставлю под видео контакт этого клуба, к сожалению, в исследовании тоже не было адреса. Но такие клубы существуют в Америке, и пронаблюдали за людьми, которые в нем находились, и померили уровень тестостерона до этого клуба и после. И гормон повысился как у тех, кто наблюдал, так и у тех, кто, собственно, занимался, да, сексом. Но у тех, кто занимался, гормон повысился гораздо более заметно. И еще интересно есть наблюдение, что после секса уровень тестостерона максимальный. Но потом примерно в течение суток он начинает падать. И когда вы в следующий раз занимаетесь опять сексом, то он опять повышается, во время этого приходит на пик, и в конце он опять будет в пиковом значении. Отсюда вы уже можете сделать какие-то определенные выводы, например, как комбинировать это с тренировками, да? Но об этом, наверное, должно быть отдельное видео у меня на канале. Что же делать тем нашим бро, да, у которых нет девушки, нет жены? Что делать, да? Что, как повышать тестостерон тогда? Друзья, нужно, конечно же, просто найти себе девушку, да, или жену. Если вы реально живете на каком-то острове и у вас действительно нету рядом никого, с кем заняться, то существует еще мастурбация, которая тоже способна поднимать уровень тестостерона. В лабораториях это было сложно воспроизвести такие условия, да, в которых люди обычно мастурбируют. Ну, представьте себе, да, задача ученых какая стояла вообще. Но все-таки что-то удалось им накопать интересного. То есть сама мастурбация тоже повышает уровень тестостерона, но не очень сильно по сравнению с просто обычным половым актом с девушкой, женщиной. Ну, наверное, возбуждение, да, как-то играет роль, просто гормональный фон другой. Но выброс все-таки есть. Не такой сильный, но есть. И так же самое он постепенно будет угасать после мастурбации. То есть, опять же, имеется в виду какие-то нормы в меру, да, потому что чрезмерно этим увлекаться ни в коем случае не нужно, потому что это приведет к нежелательным последствиям как и психики, так и для организма. То есть тоже это должно быть в норму. Допустим, там 2-3 раза в неделю. Но, ребята, идите, ищите себе девушку. Тем более, сейчас очень много одиноких девушек, которые ждут, когда же ты к ним наконец-то уже подойдешь и познакомишься. Так, друзья, второй фактор, очень-очень важный, который очень сильно влияет на уровень тестостерона в вашем организме. Я об этом снимал целое видео, поэтому сильно подробно не буду рассказывать об этом. Ожирение. Если у вас ожирение, там, уже больше 20% жира в теле, даже больше 18-20, там, 23-24, вот эти цифры, если больше, то у вас уже будет понижаться тестостерон неизбежно, потому что повышается уровень ароматазы. Ароматаза превращает тестостерон в эстрадиол. И все это вместе приводит к снижению тестостерона и повышению эстрогена. Абсолютно нежелательное явление для мужского организма, которое имеет много и других последствий, помимо снижения тестостерона. Друзья, само по себе снижение тестостерона ведет очень много проблем со здоровьем. Оно отражается на сердечно-сосудистой, высшей склонности к диабету. На экране вы увидите еще другие минусы, которые возникают, если понижен уровень тестостерона. Да? Зачем вам нужно вообще его повышать? Но когда вот вы страдаете ожирением, друзья, то это происходит быстро и
Единственный способ, вам нужно просто похудеть. И похудеть вам нужно примерно хотя бы там, до 10-12% процентов организма жира. То есть 15 – это ну, максимальная цифра, больше просто нельзя, друзья. Понятно, что лучше ниже 10, но это уже какие-то цифры обычно для спортсменов. То есть для обычных смертных 10-15% жира в организме, для мужчин я говорю, будет достаточно, потому что мы сейчас говорим о мужчинах и ожирении мужском. Третий фактор – это, конечно же, диета, это питание. То есть диета, мне не нравится слово, просто питание, сбалансированное питание, которое должно быть в вашей жизни постоянно. Это должен быть образ вашей жизни. Найдите такое питание, которое вы можете поддерживать всю вашу жизнь. Не пару недель, не диета там на месяц. Всю вашу жизнь. Подберите для себя те продукты, которые вам нравятся, и составьте свое ежедневное меню, да? В нем должно быть достаточно витамина Е, витамина С, цинка, магния. Должно быть как можно меньше муки высшего сорта или вообще ее не должно быть в вашем рационе. Муки высшего сорта не должно быть практически совсем. Как можно меньше ешьте обработанную пищу. Любые консервы, любая пища, приготовленная на заводах, она вам не сделает вас здоровее. Поверьте, практически вся пища, которая производится на заводах, обработанные консервы, сосиски, сардельки, колбасы, вот это все, какие-то балыки непонятные, магазины. Это все будет снижать уровень вашего гормона. Друзья, здесь еще можно поговорить про соевый белок, да, об этом тоже должно быть отдельное видео на канале, но в пару слов, да. Соевый белок вы можете употреблять, ну, примерно 40-50 грамм, не больше в день. Было проведено исследование, доказано, что только больше употребление соевого белка может как-то повлиять на ваш уровень тестостерона. То есть, если небольшое количество соевого белка, это ни к чему не приведет и не снижает уровень тестостерона в вашем организме. Если это сильно интересная тема, как-то дайте мне знать, и я постараюсь приготовить на эту тему видео. Четвертый фактор – это крепкий, здоровый сон, не менее 7,5 часов, не более 9 часов. Потому что после 9 часов сна в организме происходят изменения, определенные выделения определенных веществ, после которого вы просыпаетесь абсолютно в ненормальном состоянии, вы просто разбиты полностью проснетесь. То есть до 9 часов в темной комнате, максимально темной, насколько вы можете создать комнату, вы должны высыпаться. Это очень важно, потому что должно снизить уровень кортизола в вашей крови. Если уровень кортизола это гормон стресса, да, вы, наверное, уже знаете, да, то чем больше гормона стресса, тем меньше гормона тестостерона в вашей крови, и тем хуже у вас здоровье, да. То есть стресса должно быть в меру, полностью его убрать невозможно, но не слишком много. Вот как раз нехватка сна, это будет стресс и кортизол. Шестой фактор. Тягай железо. Да, друг мой, тягай железо. Потому что это действительно работает. Действительно проведены исследования, которые доказали, что это работает. Если вы будете тягать тяжести, заниматься в спортзале, качать свои мышцы натурально и, конечно, естественным путем, то это будет повышать уровень тестостерона в вашей крови, друзья. И это работает. Нагрузки должны быть умеренные, не чрезмерные, тогда это будет работать только на пользу для вас. И это должно быть частью вашей жизни, частью вашего лайфстайла, как хотите. То есть вы не должны просто думать, что я приду в тренажерный зал, накачаю себе мышцы и закончу на этом заниматься. Вы должны думать в разрезе всей вашей жизни на тренировке. То есть вы должны понять, что это будет с вами теперь постоянно. Если вы перестанете тренироваться, перестанете быть активным, природа вас начнет списывать со счетов. Потому что природе нужны активные. Активные ребята, которые занимаются собой, тренируются. Поэтому часть вашей жизни – это постоянные тренировки, друзья. И вот отсюда должна идти ваша мотивация, это ваше здоровье, это хороший уровень тестостерона практически в любом возрасте. После 30, вы знаете, неизбежно тестостерон падает, примерно до 1% даже в год может падать. И в 50-60 годах вы понимаете, что останется тогда от вас. Гормон падает, здоровье пропадает, сердце портится, появляются проблемы с сосудами, сердцем, и природа вас очень быстро спишет. Поэтому тренировки должны быть просто постоянными. Тогда вы будете жить долго, если будете натурально тренироваться, умеренно и с умом. Седьмой фактор, возможно, не очевидный для некоторых людей, это прием добавки витамин D. Витамин D уже считается чуть ли не гормоном, на самом деле, по своему действию. Я об этом говорил неоднократно у себя в видео. Прием этой добавки витамина D повысил уровень тестостерона в исследуемой группе на 25% в течение года приема этой добавки. Есть определенные нормы, для каждых людей они свои, и с чем комбинация лучше принимать витамин D, это тоже отдельная тема. Но вы уже получили от меня эту информацию. Витамин D практически нужен практически всем, если вы не живете только где-нибудь там в Африке, я не знаю, и действительно часто на солнце бываете, может быть тогда не нужен. Но практически всем широтам, там где вот мы живем, люди, где есть зима, где выражена лето,
осень, весна, где нет вот так, где есть четкие сезоны, да, то там 100% у вас будет нехватка витамина D. Поэтому возьмите себе на вооружение. Это постоянно контролируйте витамин D. Можете сдавать анализы, проверять его количество. Это нормальная практика. Но применяйте его. Он повышает тестостерон. Восьмой фактор. Не пей много алкоголя, особенно пива. Пиво повышает эстроген. То есть алкоголь сам по себе способен понижать уровень тестостерона. Просто если ты будешь часто употреблять алкоголь, он будет понижать тебе тестостерон. А пиво особенно. От пива вообще меняется фигура по женскому типу. Чем больше вы пьете пива, тем больше вы будете становиться похожими на женщину. Вы можете в это не верить, но это существует, это так, это доказано учеными, это не выдумки блогеров, это, как сейчас говорят, блогеров-выскочек, да, которые на канале там что-нибудь там рассказывают о себе умно. Друзья, под этим видео все ссылки на исследования, зайдите, проверьте сами, если вам не лень, разберитесь в этом. Я потратил на это огромное количество времени. Мне просто это интересно, да, в течение длительного времени я изучал этот вопрос. И если у вас нормально с английским, почитайте исследования. Ненормально с английским, переведите с английского на русский. Почитайте их, изучите этот вопрос сами. Я промониторил огромное количество ссылок и просто десятки страниц, если, наверное, не сотни страниц исследований, чтобы разобраться в этой теме и понять, где правда, где вымысел. Друзья, в этом видео будет только проверенная информация. Девятый фактор, о котором, возможно, вы не знали или не до конца понимаете, что это бисфенол А. Что это такое? Это BPA, это такая аббревиатура. BPA содержится в пластике. Чем больше вы употребляете еды из пластика, особенно нагретую еду в этом пластике. Например, вот ланчбоксы, например, да? Ланчбоксы, в которых даже написано, что их можно греть в микроволновке. Но если на них не написано BPA free, если нету такой надписи, то значит там может легко содержаться бисфенол. И, друзья, он доказано, что способен понижать уровень тестостерона в вашей крови. BPA обладает как эстрогеном, так и антиандрогенным действием. То есть он по двум направлениям работает, снижая ваш тестостерон. И, друзья, очень важно особенно не нагревать еду в пластике. То есть вот особенно вот использование ланчбоксов, друзья. Если вы, допустим, как и я, да, ходите на работу, я айтишник, я, как обычно, люди, хожу на работу, и у меня есть ланчбокс, которым я грел долгое время еду, да, и не знаю, что там может быть бисфенол, потому что на нем не было написано BPA free. Просто попробуйте взять на работу, например, принести тарелку, да, и в этой тарелке греть еду. На самом деле это просто аппетитнее даже кушать, если вы на работе едите в микроволновке еду. Микроволновка, я думаю, вы понимаете, что это безвредный абсолютно прибор, абсолютно безвредный прибор. Вы можете греть в ней еду в тарелке. Вот вам такое решение. Теперь, по поводу пластика и нагревания. Если вода, допустим, у вас налита вода в бутылку пластиковую, да, если эта вода не нагревается, допустим, в машине, да, у вас там бутылка валяется где-нибудь возле окна, и на нее попадает солнце, да, прямые солнечные лучи, то такая бутылка может выделить как раз вот эти вещества в пластик. И помимо BPA, она может выделить еще другие вещества, которые будут действовать не менее плохо на ваш организм, поверьте. Поэтому, если пьете из бутылки, я понимаю, что нельзя убрать полностью пластик из своей жизни, то не нагревайте ее на солнце, в машине где-нибудь, на подоконнике не ставьте воду дома, в канистре не храните на подоконнике воду, где-то в тени. То есть не нагревать, не попадание, чтобы не попадали солнечные лучи. Помимо того, что BPA влияет на ваш тестостерон напрямую, это доказано, что он снижает, можно на несколько десятков процентов даже снизить. Особенно у подростков, когда нужно развиваться, да, мы сейчас не просто про накачку мышц говорим, а про здоровье. То у подростков, если они, допустим, такую употребляют пищу из пластика такого, то у них просто будут проблемы с развитием. Помимо тестостерона снижается, также есть высокие риски получить диабет, ожирение даже и рак, друзья. Вот такие серьезные заболевания. Также могут быть проблемы с обучением, то есть влияет на ваш мозг. И это тоже нужно знать. Десятый фактор – это ашваганда. Подбираемся все более и более интересным моментом. Друзья, это добавка, это трава, которая используется для повышения тестостерона, а конкретно для, оно влияет на повышение ДГА, о чем я расскажу чуть-чуть дальше подробнее. И это доказано, что оно просто придает вам больше сил, оно повышает потенцию и повышает тестостерон. В одном исследовании было проведено на группе людей в 2019 году, и там 16 недель наблюдали за людьми, которые принимали эту добавку. Повышение тестостерона было на 18%. По-моему, интересные цифры, да, друзья? Поэтому можете попробовать на себе такую добавку. Я сейчас экспериментирую на себе уже пару дней, и в течение месяца буду еще экспериментировать на себе, чтобы подготовить для вас видео на эту тему и дать какой-то свой отзыв, как это работает на мне, да?
И после того, как я сделал какое-то свое мнение об этом препарате, тогда я смогу что-то вам рекомендовать, конкретно его использовать или не использовать, да? Поэтому подписывайтесь на мой канал, и в следующем, не в следующем видео, а где-то через месяц, может через полтора, будет видео на тему ашваганды и приема моего эксперимента. Поэтому следите, не пропускайте следующие новые видосы. Ашваганда – это лекарственная трава, которая считается адаптогеном, натуральным агентом, который повышает уровень тестостерона в вашем организме и помогает бороться организму со стрессом. То есть эта добавка не просто для тестостерона, да, она просто в принципе здоровее может делать ваш организм. Да? И обратите на нее внимание. Она стоит, кстати, недорого. И изучите этот вопрос самостоятельно. Ссылка под видео на исследование я оставлю. Итак, в предыдущем пункте я сказал вам про ДГА, да? И это наш 11-й фактор. ДГА. ДГА – это гормон, который вырабатывается надпочечниками. И он стимулирует выработку таких гормонов, как тестостерон и эстроген. Было проведено исследование, которое показало, что оно способно повышать уровень тестостерона в крови. Смотрите, друзья, и вот параллельно, да, я читал другие исследования вот по поводу ашваганды. Ашваганда также повышает тестостерон на примерно 15% напрямую и на примерно 18% повышает уровень ДГА в крови. То есть ашваганда таким образом и работает, повышая ДГА. Другими словами, есть несколько перекрестных исследований, которые не связаны друг с другом, но которые доказывают одно и то же, что ДГА все-таки, скорее всего, работает. Я не пробовал на себе, не могу сказать какой-то свой отзыв. Я когда-нибудь попробую, скорее всего, через там, после этого, после того, как проверю ашваганду, можете дождаться какого-то моего отзыва на эту тему, да, будет, конечно же, видео на эту тему. То есть это тема отдельного видео, прием этой добавки. Но, по всей видимости, она работает и действительно может вам помочь повысить уровень гормона тестостерона в крови. Итак, друзья, вот мы подобрались по заключающему фактору этого списка. 12-й пункт – это пожитник. Возможно, я неправильно ставлю ударение, не имеет значения. Пожитник – это однолетнее растение, которое семейство бобовых, и оно способно повышать тестостерон. Было проведено исследование, которое показало, что оно повышает там, чуть ли не на десятки процентов тестостерон, увеличивает количество и частоту утренней эрекции, то есть повышает либидо. Ну, действительно, то есть как-то невероятно хорошо действует на ваш организм. Пожитник еще называют фенгурек, да? Вы можете найти его в виде специй, в виде приправы какой-нибудь, заказать там в виде баночки и добавлять просто в еду. Попробуйте. В одном из исследований применяли его по 600 мг в день. Вы можете поиграться с дозой, выбрать какую-то оптимальную для себя дозу, но имейте в виду, друзья. То есть исследование я вам ставлю под этим видео. Вы можете сами все проверить, но я всегда, когда изучаю информацию для своих видео, научные источники, я смотрю, кто финансирует подобные исследования, да, откуда идут деньги. Если, допустим, мы какое-то читаем исследование там, про протеин, да, и его финансирует компания, производящая протеин, маловероятно, что там будет хоть что-то правдивое в этом исследовании. Возможно, небольшой процент и все. Так же самое и с пожитником. То есть эти исследования в основном финансировались компаниями, которые производят, в общем-то говоря, и продают эти приправы, этот пожитник в мире. Но, тем не менее, такая информация есть. Я поставил этот список в самом последнем списке, с последним пунктом, чтобы просто дать вам эту информацию для размышления. Поищите, изучите этот вопрос. Возможно, он действительно работает. Попробуйте взять эту специю. Ну, как минимум, может быть, она кажется просто вкусной. Конечно же, помимо того, что пожитник повышает тестостерон, просто сам по себе это довольно полезное все-таки растение. И в виде приправы применять, там много содержится полезных питательных веществ в этой приправе. Вы можете ее использовать в своем рационе. Друзья, на этом у меня все. Это, я надеюсь, было для вас очень полезно и познавательно. Возможно, некоторые вещи вы никогда не слышали. Еще раз хочу сказать, что тестостерон, уровень тестостерона очень важно поддерживать на достаточно высоком уровне. Я сдавал недавно анализ, да, и посмотрел, на какой у меня уровень общего тестостерона. Это та цифра, которая постоянно стабильна в вашем организме. У меня на данный момент такой же уровень тестостерона, как и когда мне было 18 лет. Но я все это время тренировался. То есть я постоянно так или иначе тренируюсь, занимаюсь хоть каким-то спортом. Да, конечно, с перерывами, как у всех людей. Но занимаюсь постоянно. И мне удалось сохранить такой же самый уровень этого гормона, как когда мне было 18 лет. Сейчас мне 34. И уровень общего тестостерона точно такой же, как было 18 лет, да, друзья? То есть, и это, кстати, около верхней границы нормы, да? То есть там практически у верхней границы. То есть я, в принципе, не нуждаюсь в повышении тестостерона, но есть также мнение, что эти нормы немножко заменшены, да, для мужчин вот в наших странах. И я придерживаюсь тоже этого
этого мнения, что тестостерон должен быть даже выше, чем максимальная граница в этих анализах, которые вы видите в лабораториях. То есть, если, допустим, у меня близко к максимальной верхней границе, это не означает, что он действительно там очень какой-то высокий, да. Просто, скорее всего, нормальный, но не высокий, это точно. Поэтому не будет лишним никому заниматься тем, что я рассказал в этом видео. Видите, даже я экспериментирую на себе, мне интересно проверить, да, что будет, как вы будете себя чувствовать. Хотя я молодой, но уже проверяю такие вещи, да, на себе. Хотя не нуждаюсь в повышении, в принципе, тестостерона. Но рекомендую всем мужчинам этим вопросом заниматься. Чем старше вы, тем вы должны более внимательно за этим следить, друзья. Тренировки, те вещи, которые я рассказал в этом видео, должны вам помочь в этом натурально увеличить свой уровень гормона. Если же вам уже очень много лет, допустим, там, вы уже реально не можете активный образ жизни вести, да, и у вас низкий уровень тестостерона, то тогда я советую вам все-таки задуматься о какой-то, возможно, заменительной терапии. Если вам там за 70, допустим, и вы видите других путей, как его повысить, возможно, их и правда уже нет. То есть гормонозаместительная терапия – это нормальная абсолютно история, по крайней мере, в развитых странах, не так, как в наших, да, где вы можете прийти к врачу, и вам, в принципе, выпишут препараты, которые будут повышать ваш тестостерон. Но в этом видео мы говорили не об этом, но вот вы знаете мое мнение и по поводу ГЗТ, да, гормонозаместительной терапии, что я об этом думаю. В определенном возрасте это очень может быть даже вам поможет сохранить здоровье ваше сердце, ваши сосуды, продлить свою молодость, продлить свою жизнь. Поэтому, друзья, делайте свои выводы правильно, изучайте все ссылки, которые есть под этим видео. Спасибо, что остаетесь со мной на канале. Я жду вас в новых видео. Пока!